сделал. Правильно сделал. Все же мяч влажный. Ну вот ответ хозяев. Хорошая может получиться контратака. На правом фланге Булыга. Доходит до Шевченко. И 11-метровый. 11-метровый сбивают Шевченко. Евгений Алдонин негодует. Показывает, что он не имел никакого отношения к этой ситуации. Ну, давайте посмотрим, что же здесь было. Не, ну, конечно. Здесь было нарушение правил. Нарушение правил в чистом виде. И Георгий Базаев, судя по всему, да? Хорошо, желтую карточку не дал. Хотя обязан был дать по международным требованиям. Базаев. Браво, Игорь Акинфеев. Казалось бы, да. Вы знаете, и удар-то был сильный. Да, я хотел но сказать, может быть, все же мощно на удобной, и точно бил на удобной Базаев. Высоте. Хотя, как мне показалось, вот давайте посмотрим. Правая рука вверху. И прыжок. И фаза полета, и успел сориентироваться в воздухе Игорь Акинфеев. Какие надо мощные.